Привет, друзья! 11 июня 2021 год, Севастополь, самый центр города, площадь Нахимова. Завтра День России, праздник, поставили сцену. В Севастополе День города 14 июня, 12 июня День России отмечают. У нас в Уфе День города 12 июня и День России 12 июня. Праздник, два праздника в один день. Сегодня пятница, впереди три выходных. Памятник Нахимову Павлу Степановичу. Напротив пост номер один. Вечный огонь там находится. Вот видим мачты парусного судна «Херсонес». И вот Павел Степанович Нахимов. Великий русский флотоводец. Сейчас пройдемся здесь по Нахимова. Там вот дом Москвы. Вот она сцена. И сразу за ней там Графская пристань. Сейчас туда идем. Завтра будет концерт. Какие-то выступления. Сегодня репетируют, готовятся, аппаратуру налаживают, настраивают. Вот она сцена. Сейчас обойдем ее и сразу за ней Графская пристань, знаменитая тоже на весь мир. И вот она видна, Графская пристань. Сейчас смотрим на нее. Здесь вокруг всякие заведения, общепита. Туда на катера, на северную сторону уехать. Там морской вокзал, вход. Морские прогулки предлагают, как обычно. Это вот сзади сцены, вот она, Графская. И сейчас идем как раз на катер, на северную сторону переберемся. Лаванду продают, в том числе всякие магниты, сувениры. Вот там посадка на катер. И вон видно на той стороне северная. Вот, зайдем на катер «Фотон», и прибыл катер «Зюит». Сейчас с этого будет выходить народ, а этот отправится на северную. Серьезно.
прибыли на Северную, народ выходит с катера. И мы сейчас выходим. Вот перебрались на Северную, на причале сейчас, паром уже не ходит, на канале есть видео, недавно ездили на нем туда, в Артбухту. Мыс Кордон, памятник славы, катер Фотон, на нем приехали. Идем на площадь Захарова. Ну вот впереди видно, автобусы стоят. Это площадь Захарова. Там вот автостанция, междугородние автобусы, там местные, а это междугородние здесь. Вот она, автостанция. Куда можно уехать? Вот с этой остановки на Качу можно уехать. 36-й автобус. Здесь остановка, в общем, и вот там еще. Оттуда в Голландию, например. Отсюда на Качу. Также оттуда в Любимовку можно уехать. Ну и всякие поселки, которые вокруг Севастополя, рядом с Севастополем находятся. И также на Учкуевку отсюда ходит автобус. Не так давно снимали. Вот здесь он останавливается. Где автобусы на Любимовку. В Любимовку. Сквер на площади Захарова недавно снимали, тоже здесь. Впереди рынок Северный, и туда подъем, это кинотеатр «Моряк». Также можно в Бахчисарай уехать, в Симферополь и вообще куда-нибудь подальше. И вот сама площадь Захарова, сквер. Проехались из центра города на северную сторону. Сегодня 11 июня 2021 год. Город федерального значения Севастополь.